Тюменские байкеры сегодня официально открыли мотосезон. По традиции большой колонны они проехали по центральным улицам города. Стартовали от технопарка в сторону улицы Монтажников, а финишировали у бывшего архитектурно-строительного университета. Разнообразие мототехники в колонне впечатляло. Здесь и отечественный Урал, и легендарный Харли Дэвидсон, а также квадроциклы. Всего больше 250 железных коней, причем управляли ими не только брутальные мужчины, но и хрупкие девушки. Сейчас девушки часто увлекаются мотоциклами. Я не знаю, показывают, наверное, нашу... Только что мы такие хрупкие, такие, но мы еще можем управлять мотоциклами. Сезон готовились заранее, за месяц минимум. Надо заменить масла в своих агрегатах, проверить все технические характеристики. Это наша будущая безопасность. Основная цель – это напомнить автомобилистам, что мотосезон начался, что на дорогах помимо автомобилей появились мотоциклы, что нужно смотреть в зеркала, потому что... Не всегда мотоцикл заметен на дороге. Ну и призываем к внимательности как мотоциклистов, так и автомобилистов.